положим вас, сделаем небольшой надрез и отрежем немного кости. Сделаем окно, чтобы можно было увидеть нервы. Отодвинем их в сторону, и этот диск выскочит как прыщ. Я собираюсь вас вылечить. У меня не бывает осложнений. У каждого врача есть осложнения. Не у меня. Слишком много крови, я ничего не вижу. Это неправильно? Неправильно. Ты должна что-то сказать. Что ты знаешь о докторе Данче? Доктор, это сильно сказано. Я не хочу, чтобы он приближался. Никогда. Держите доктора Данче подальше. Вот что он с ней сделал? Будто он знал, что нужно делать. И сделал все наоборот. Завтра будет еще один день, чтобы показать, что я лучший.